природе, как правило, не существует жидкостей, в которых отсутствует растворенный газ. Многообразие свойств газожидкостных смесей заставляет учитывать их поведение при конструировании насосных систем. Газовые образования в межлопаточных каналах имеют сложные формы, обусловленные характером течения газожидкостной смеси. Знание особенностей течения двухфазных потоков в элементах насосных систем позволит правильно проектировать проточную часть насосного агрегата. Изучение поведения газожидкостной смеси желательно начать в простейших элементах проточной части насоса, которые будут рассмотрены на примере Шнека. Какие же это элементы? Решетка Шнека постоянного шага состоит из прямых пластин, обтекаемых потоком под углом атаки. Центральная струйка попадает в точку разветвления, в которой скорость потока равна нулю. Растекаясь, поток ускоряется. В точке B, бесконечно тонкой пластины, его скорость должна быть бесконечной. Реальная пластина имеет конечную толщину и в точке B, хотя скорость и велика, но конечна. За точкой B поток замедляется. Таким образом, в решетке Шнека имеются конфузорное, диффузорное течение и поворот потока. Вдув воздуха в неподвижную жидкость, при сверхкритическом перепаде давления образует струйку газа, истекающую со сверхзвуковой скоростью и дробящуюся на отдельные пузыри. Когда вдув производится в поток жидкости, струйка газа размывается, образуя устойчивую каверну за штуцером подачи газа. Унос газа из каверны позволяет создать достаточно равномерное распределение пузырей в потоке. Рассмотрим схему пузырькового течения газожидкостной смеси. Остановим ее движение. Выделим сечение в трубопроводе и представим, что пузыри газа собрались в одном месте и заняли часть проходного сечения канала. Если скорости газа и жидкости равны, то их проходные сечения не изменятся. Увеличение скорости газа приведет к уменьшению проходного сечения, занимаемого им. И наоборот, уменьшение скорости газа вызовет рост площади, через которую он проходит. Это течение газожидкостной смеси в конфузоре. Скорость киносъемки 5000 кадров в секунду, поэтому на экране течение замедлено. Обратите внимание, все пузыри имеют неправильную форму. Характерно, что отдельные большие пузыри обгоняют малые. Для наглядности еще более замедлим их движение. Чем больше размер пузыря, тем заметнее, что он обгоняет пузырь меньшего размера. Чем объяснить, что пузыри большого размера движутся быстрее основного потока? Пузырек всплывает в неподвижной жидкости за счет того, что давление на поверхности меньше, чем на дне сосуда. Поэтому сила, приложенная к пузырьку сверху, меньше силы, приложенной снизу. Разность этих сил создает выталкивающую силу, которая определяется по формуле. При постоянной скорости движения потока в трубе, давление в ней за счет потери энергии падает. Разность сил, действующих на пузырь сзади и спереди, обуславливает возникновение выталкивающей силы, направленной в сторону движения потока.
отличие величин скоростей на входе и на выходе конфузора еще больше увеличивает падение давления по длине и ведет к увеличению выталкивающей силы. Повышение давления по длине диффузора, связанного обратным соотношением скоростей потока, приводит к тому, что выталкивающая сила принимает направление, отличное от направления движения потока. Вы видите двухфазное течение в диффузоре, где поток замедляется. Отдельные крупные пузыри отстают от остальных, как бы сопротивляясь потоку. Замедлим движение. Меньшая скорость этих пузырей объясняется наличием выталкивающей силы, действующей против потока. Обратите внимание на скопление газа у стенок в расширяющейся части диффузора. Газ задерживается в областях, где есть вихревые течения. Любопытно, что в этих же областях возникает и кавитация. Хорошо видно, что в плоском колене за поворотом потока также скапливается газ. В этом же месте на чистой жидкости возникает вихревая кавитация. Характерно, что и при повороте потока крупные пузыри обгоняют пузыри меньшего размера. Если в газожидкостный поток поместить цилиндрический стержень, то за ним образуется газовая каверна, подобная кавитационной. Визуальное исследование течения газожидкостной смеси в элементах насоса приводит к выводу, что газ задерживается в тех же областях, где возникает кавитация. Поведение газожидкостных течений в элементах насосов позволяет понять их влияние на работоспособность насосных агрегатов.